Блин. Убивай меня. Ох, и спаун, что ты будешь делать? Ребятки, всем огромный привет. В начале ролика, пожалуйста, прожмите лайки. Нас уже 800 практически тысяч, чтобы быть точным, 791 тысяча подписчиков на канале. Остается 9 тысяч подписчиков до конца лета и будет 800 тысяч, за что вам огромнейшее спасибо. Обязательно прожми лайкос, обязательно. Давайте под этим видосом наберем 4000 лайков, буду вам премного благодарен. Также залетайте в телеграм-канал и обязательно залетайте на Twitch, где проходят стримы ежедневно. Ссылочка на Twitch в описании. Ну а мы в штурме, хотел я сказать. Там походу, 23 минута, там походу шестерка стояла и контролила, пока штурмовичок прогрузится, и вальнула просто штурмовичка по фану. Но у нас есть калаш. Сейчас, возможно, получится вальнуть шестерку по фану. Да лутается, сидит. Блин, чуть-чуть бы раньше. Да, реально, он вальнул штурмик. Ого, пацаны. Я уже понимаю, что тут будет сейчас. Плохо нет хаешки, либо молика. Граник было бы вообще идеально. Ай-яй-яй-яй, в текстуру все отстрелил, блин. Блин, колесо, ты что, подошел, он поднялся на него. Ну так, челлендж становится немного труднее, но все равно, я думаю, исход будет у нас один. Судя по его мувменту, если я его не закрою, я удаляю папку. Кусается! Забустался? Мне бы чуть-чуть больше хп. Чуть-чуть больше хп. Но я его, наверное, нормально уже просадил, пацаны. Мне кажется, что нормально я его просадил там. Слушаем внимательно, пока он начнет опять хилиться, либо же бустаться. Он по-любасу будет это делать, потому что он на измене. Это мы не хилимся, потому что мы не боимся. А вернее, потому что нечем. Опять! Давай, в лобби. Там запустаешься. Не, в лобби бустаться. В лобби бустаться. Так, ой-ой-ой. Да блин. А что за дичь слетела? Слушай, у меня такое ощущение, знаешь, что это не шестерка развалила штурмовика, а шестерка скинула всю штурму. Штурм его развалил, забрал его лут. И я только что по факту убил штурм. Ну хз. Ты что, мне бы такие соперники попадались в обычном режиме метро. Бежим, чекнем оружейку на крыше. Там топ оружейка. Возможно, там нам упадет золото, хлопцы. Да не, куда бинтами? Аптечка ж есть у меня. Теперь есть аптечка, давай. Да блин. Аптечкой. О. Вот это начало, я понимаю, штурма. Вальнуть шестерку, но с него нихера не слетело. Ну, аук. Самое ценное. А у меня таланты вкачаны не на аук. Таланты вкачаны, естественно, на МКшечку. Но все равно топ. Я доволен. Ага. Заберем на всякий случай. Да блин. Перепутал кнопки. Вот здесь лечь. О. Полужапка получилась. Но мне кажется, что у босса они не успели залутать. Ну, штурм точно не успел. Штурм сразу крякнул. А вот этот тип... Да, боссик есть. Нужны аптеки, пацаны. Аптеки, бусты. О, пойдет. Две больших аптечки. Это имба. Климачок как раз то, что нам надо. Сюда. Ой, рюкзачок. Топчик. И скорелечка улучшенная. Ну, блин, не. Я с калашом останусь. Я останусь с калашом. Отремонтированным и аук высшего качества. Но скорельку можно было взять на этот, на граник. Если мы найдем граник. Но фиг знает. Дай нам хаешек. О, одна хаешечка. И тут я подсобирал, ребятки, еще лута. Походу, там были киллбоксы. Начищенные, блин, разрывов нет. Разрывы были бы неплохо. Они были бы не лишними. Но, к сожалению. О. Хороший знак. Хороший знак. Давайте чекнем писемку. Закрыто. Давай нам черное письмо. Мы пойдем байтить шестерочку на черное письмо. Я понял. Забайтили, так сказать. Оружейка залутана? Почистую вообще выгребли прям все. А писемка? Писемка? Не. Фу, странные типы. Спасибо.
Надо, ребят, продвигаться на дверь Би. Там весь движ будет. 100%, потому что... О! Это уже, скорее всего, на двери Би. Патроны? Ржавые, ёлы-палы. Дайте нормальных патронов, разрабы. Опять начищенные. Разрывов не дают. Но это файт был на двери Би. Мне показалось, что тип вальнул собаку, понял, и будет сейчас открывать дверь, но не. Может, там штурмовичок еще какой-то тоже контролит? А здесь писемки. О-о-о! А здесь есть небольшой шанс. Залутать письмецо. Сюда. Сюда-сюда пойдет. Черное письмо у нас. Ну, здесь всегда зеленая фигня. Всякая падает. Закинем сразу в сейф. И, ребят, я все-таки подожду, пока тип пойдет со своим письмом. Попытаемся закрыть типа. Если никто не пойдет, то тогда мы забайтим. Быстренько скинем сейчас радиацию. Давайте чекнем оружейку, а вдруг МКшечка упадет. МКшечка была бы топ, хотя сзади там она была подчистую залутана. А здесь тоже залутана, к сожалению. Может, хоть патроны? О, патрончики есть, сейчас чекнем. Это псина, да. Давай разрывы заберем. Будем хотя бы на разрывах на ауге. Но, опять-таки, таланты вкачаны не на ауг, и особо дэмэджа он не нанесет. Шестерки. Ребятки, сейчас спущусь еще раз в радиацию, подожду, если будут открывать дверь, побежим запушим, если не, сами откроем. Файтит. А с кем файтится, я не знаю, не с собакой так точно. Может, штурмича прикрыл? Блин, ну дверь Би пушить я максимально ненавижу. Дверь Эй, это имба, ее очень легко. А так он сейчас за коробками спрячется, и одна хаешечка у нас, все. Ну тут, пацаны, мне кажется, без шансов. Давайте смоук кинем для отвлечения внимания. Выходи. Слушай. Он фиг выйдет. А нам-то надо пушить. Потому что у нас радиация схавает. Ну давайте, была не была. Сейчас запушим его. Если что, потом перезайдем просто в следующую каточку. А вдруг сейчас получится закрыть. Да, ребят? Поддержите штурм в виде лайка. И он задвигался. Короче, лайкайте, я погнал. Постараюсь запушить. Ага, он там за коробками. Не выходит. Да-да-да-да-да. Ой-ой-ой-ой, тут чуть-чуть оставалось. Тут оставалось совсем чуть-чуть. А ну покажите нам повтор. Ну он за коробками гасился, ну да. А что ему делать? Тут очень легко прятаться от моликов, от хаешек. Так, смоук пошел. Мы пробежали, он еще лутал коробку. Ну, либо раскидов надо гораздо больше. Он испугался смока, спрятался за коробкой. Сколько у него хп осталось? Вот это мне интересно. Ну, он меня одной пулькой вальнул. Ты знаешь, если бы таланты были вкачаны на аук, на штурмовые винтовки, возможно, я бы его и прикрыл. Ой-ой-ой, шелтер. Слушай, ну, спавн хоть и далекий, но зато, когда я спавнюсь в шелтере, каточки у меня зачастую выходят топовые. Хоть это и самый далекий спавн. Я не знаю, почему так. И для тех, кто смотрит мои видосы давно в штурме, то я думаю, они тоже знают, что я даже запаркуриться не могу на бетонку. Забежим сейчас по Шурику на стального босса. Чекнем, что у него там. Надеюсь, что... Ага, там ботик жив. Слушай, может быть такое, что... Этот босс еще тоже жив. Но это будет дичь, потому что его невозможно забрать холодным оружием. Он сразу начинает отстреливаться. К сожалению. Поэтому я не знаю, что делать, ребят. Ну, будем надеяться на то, что крякнут. А ну, возможно, крякнут. Не, здесь тоже босс жив. Бот. Вечно путаю эти слова. Ты тоже? Не? А босс у нас? Крякнут, по идее. Да, о, это хорошо. Блин, и лута нет. Зато есть пулемет. Ну, пулемет это имба. Погнали тогда на босса с Айгой. Босс с Айгой 100% тоже тогда крякнут. Ребят, ну, просто знаешь, в чем прикол? Когда на стриме... Это что? А, это псина. Мне показалось, что это тип. Когда на стриме стримлю, все говорят, да, блин, мы никогда не забираем с Айгу у босса с Айгой. Зачем она нужна, эта вышка? Мы забираем с Айгу вышку только если она падает там рептилоида или солевого босса, потому что... О, там граники, как будто прям рядом. Потому что с них она редко падает. А с этого на постоянку? А, он еще и жив. И мы с него не забираем.
А когда я в штурме шпилю, постоянно забирают с него. Слушай, тут открыто. Миник улучшенный. Ну, я думаю, что миник будет поярче. Главное найти патроны. Да, я когда в штурме играю, я очень-очень редко накажу у него тайгу высшего качества. Слушай, это напоминает мне видос, который выходил, наверное, неделю тому назад, когда я тоже без патриков затащил каточку по максимуму и еще вальнул типа, который улетал на... не на вертолете, а на ветролете. В метро как раз у нас ветролет. Учите правильные слова, ребятки. И да, напоминает мне эту катку. Потому что опять патронов ноль. Всего ноль. Опа. Шестерка. А ну сейчас попытаемся добазариться. Давайте в этой катке попытаемся. Стой, 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 стой. Да куда? Тихо, тихо, тихо. О, контакт налажен. Алло, алло, алло. Алло, алло, алло. Включи микро, пожалуйста. Я не буду спрашивать, ты с микро или без, потому что микро есть у всех на устройствах. А, ТП. Где тут звук? Это у меня выключен. Алло, алло, алло. О, спасибо, спасибо. Ты на выход бежал? Понял, спасибо. А какой ник у тебя? Ё-моё. Какой ник, говорю, у тебя? Ник. Да ну. Радку? Ну пошли. Слушай. Сюда. Спасибо большое. Спасибо. Радку мне еще никто не покупал. Огромное спасибо. Да ладно, чел. Просто лучший. Просто лучший. Ник, ты скажешь? Коброчка, сюда. Скажи ник. А, ну ок. Огромное спасибо за лут. Огромное спасибо за лут. Ого, теперь я понял, почему он не говорил свой ник. Слушай, так тут можно в ратку уже и не бежать мне. Ё-моё. Вот это надавал. Сейчас детектор заберу. Капец. Еще и пластину скинул. Ну просто лучший. Брони куча. Так, сейчас я одену все на себя, выберу броник поцелее. Пацаны, дайте мне пару минуточек за деревом, сейчас прячусь. Растасую лут и продолжим. Вот это имба. Огромное спасибо челу. Просто огромное спасибо. Сделал не просто катку, а, наверное, сделал весь видос. Ага, теперь я понял, зачем он пластину покупал. У него ее не было. Такс. Пух. Сейчас, ребят, дайте по-спокойному растасую здесь все и продолжаем. Ой-ой-ой-ой-ой, ребят, вот это контентище. Ты шо, спасибо огромное этому типу. У нас теперь есть пластина, у нас теперь есть черное письмо, он скинул. А здесь, может, еще есть у нас? А ну, кэшбэк такой в виде черного письма. Сейчас тогда пойдем и будем контролить дверь Би. Откроем, забайтим шестерку на дверь Би и будем ждать, пока туда придет шестерочка. Ну, блин, это топчик. Огромное ему спасибо. Огромное. А здесь у нас? Да ладно, М416 стальной фронт. И кто-то топает там. Надо М416 забирать по любасу. А у нас М416 кобра. Влезла. Пойдет. Это собака меня коцает. Слушай, как они меня бесят, когда вот так бесшумно подходят и коцают. Это просто жесть в штурме. Сейчас тупо все хп мне снесет. Спасибо за слиток, но собаку можно было бы и убрать отсюда. Придолбалась ко мне. Да свали! Я просто не хочу палиться, пацаны. Ой-ой-ой, еще черное письмо. Сюда! Это какое? Второе у нас по счету уже черное письмо. Найс. Найс. Мега доволен. Кстати, жалко, что черные письма не продаются в магазине. Или продаются иногда. По-моему, не. По-моему, не. О, тулит сюда опять. Так, нам надо бежать, ребятки, в сторону на дверь Би, пока кто-то быстрее нас туда не прибежал. Да ты шо? М416 кобра. М416 стальной фронт. Имбище. Хочу скинуть АУК и побегать с двумя М-ками. Ну, оно так красивее будет. Просто скин на М-ку имеется, на АУК не имеется. Был бы скин на АУК, бегал бы с двумя АУГами. Так, я думаю, оно для видосика будет красиво.
Есть. Ну, все. Побежали на дверочку B. Так, в одном у меня 45 патронов, в другом магазине 43 патрона. Ну, по идее, найс. Хотелось бы, конечно, вообще не пользоваться ими, а только моликами и хаешками. Да вряд ли там кто-то есть, погнали. Хотя 12-я минута в соло-режиме. Бывает такое, что и на 5-й минуте в ратке кто-то есть. Бежим, бежим, бежим. Так непривычно, что в штурме не нужно сбегать и скидывать радиацию. Сейчас откроем дверь и станем вот здесь, ребятки, за контейнером. Здесь топ-позиция. Я уже не единожды байтил так шестерок сюда. Уже можно, в принципе, и огонь открывать. Фишка в чем? В том, что мы открываем дверь B. Сейчас по Шурику откроем. Встаем за контейнер и сзади мы смотрим визуально, а вернее спереди мы смотрим, сейчас покажу все. Вот в эту сторону мы смотрим визуально, когда кто-то подходит, а сзади слушаем шаги, когда кто-то подойдет. Вот с той стороны и все. Таким образом контролем. На нычках типов нет. Остается только ждать. Но если никто не побежит, то это тоже топ. Тогда можно спокойно просто лутать дверь B. Хотя, даже когда вы будете внутри двери B... О, кто-то флайерочку запустил. Ага, байт. Внутри двери B, и по вам там бросают молики, хаешки, там можно тоже засейвиться. Можно тоже засейвиться за коробками. Никто не хочет, либо же не хочет, поэтому пойду я сам лутать дверь B. А вы в комментах напишите обязательно от 1 до 10, насколько вы ее оцените. Кейс номер 1. Груда, not bad, уже меня радует этот кейсич. Тайкатка в целом, топ. Кейс номер 2. Два чертополоха высокоточного прибора. Кейс номер 3. Давай груду, давай груду. Йоу! Две груды с одной черной двери. Ребятки, обязательно оцените, обязательно оцените черную дверь от 1 до 10. Это топчик. Слушай, а может быть у нас еще и босс жив? Почему бы и да? Может и такое быть? О, пацаны, еще письмо у нас имеется. И два слиточка. Нужно закидывать сюда груды. А то мало ли, что миллион в сейфе лежит. Имба, запускаемся и пойдем чехнем босса. А вдруг жив? Контент. Контентище. На вертолет я уверен, что это штурм, наверное, нашел ракетницу, вызвал. И сам либо свалил, либо сидит там где-то ждет, чтобы кто-то пришел. Я не поведусь. У меня и так все в порядке. 3,8 ляма вынос. Сейчас прочекаем у босса еще кейсы. Возможно, там еще что-то есть. Ракеты, скорее всего, залутаны. Не хочу лутать ракеты. Опасно, опасно. Потому что в любой момент может прийти тот тип, который вызвал ветролет и забрать меня. О, а здесь писемка не лутана. Я прозрею, если мы третье письмо сейчас отсюда выбьем. Пацаны. Три черных письма закатку в штурме. Ну, два выбили и одно нам подогнали. Так, секретных сведений у нас нет. Будем менять чертополохи. Тут хороший файт был, походу. Босс закрыт. Может и не хороший. Босс и собака. Да не. Вот он на хороший файт явно не тянет. А вот это уже чел. Пятое. Нам не надо. Оставь себе. Пускай будет. Лутают подчистую. Я думал, может, хотя бы фиолки оставили. 3,9 ляма. Практически 4 ляма вынос, ребятки. Так, открываем оружеечку. Обязательно ты что нам та оружеечка дала? М416. Стальной фронт. Да нифига себе! Гроза кобра! Что за катка? Капец! Скидываю, ребятки. Блин, не, не так. Я ж нажал положить, зачем ты взял? А когда мне надо взять, он не берет. Вот ненавижу такие моменты. Можно все скидывать, забирать грозу. Как же все красиво в рюкзаке выглядит. Ё-моё, вот это имба. Ребят, валю сходу на выход. Встречаемся там. На мой взгляд, видос получился мега-супер топовым. Ребятки, сейчас на экранах вы видите победителя из прошлого ролика на золотую ДБС, на изысканную пулю, чем я его и поздравляю. И также, пожалуйста, подпишитесь на канал, прожмите лайк данному ролику, залетайте в телеграм-канал и обязательно... Обязательно вот прямо сейчас перейди на Twitch. Скорее всего, там тебя уже ждет стрим. Всем пока.